Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 337 упражнение. Прочитаем задание. В данных словосочетаниях выделены предлоги. Выпишите сначала словосочетания с непроизводными предлогами, а потом с производными. Глаголы употребите в третьем лице множественного числа. Итак, сначала нам нужно выписать словосочетание с непроизводными предлогами. Первое. Переходят через улицу, надписывают на конверте, отступят от темы, разделят на 5, вдумаются в смысл, прибавят к 2, выпишут из книги, шагают в колонне, сбегают с горы, устанут с непривычки, делятся с друзьями, ждут с час. А теперь производные предлоги. Строят позади дома, накинут поверх пальто, разыщут благодаря находчивости, заменят ввиду ветхости, бегают около дома, движутся вдоль дороги, поступят наперекор обычаю, готовят в течение месяца, находятся напротив дома, уложат поперек дороги, выроют вблизи стадиона, расцветают вдоль бульвара, возвышаются посреди площади. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!